Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 17 января 2022 года, и я продолжаю обзоры нашей замечательной жившей поэзии. Это будет, по-моему, 2740-й обзор, и я сюда включу новые наши произведения, только-только созданные, ну и те, которые, в принципе, только-только созданные и созданные совершенно недавно. Давайте я вам расскажу, что вы сегодня услышите. И где же Всевышний наш мудрый старик? Слова, музыка, исполнения самого. Затем только вот написал Александр Пушкин «Желание» на стихи Пушкина. Мы будем создавать книгу «Александр Сергеевич Пушкин. Обожившая поэзия». Поэтому сейчас я буду побольше сочинять на стихи великого Александра Сергеевича Пушкина. Далее «А как хочется стать домовым?» Слова, музыка, исполнение самого. Мой только что написал. Далее «Ветра времен» на стихи новой для нас поэтессы Евгении Сердюк. Далее «Вкус жизни» на стихи Ирина Борис, тоже новая для нас поэтесса. Затем Андрей Дементьев «Мир держится на добрых людях». Далее Верона Шумилова «Новогодняя ночь любви». Затем «Воздушный поцелуй» на стихи Надежды Корн, затем замечательный романс «Нет, эти слезы не мои» на стихи Владимира Никляева, затем Верона Шумилова «Вы пишете красивые слова», и если успеем, на стихи новой для нас поэтессы Тамары Ластенко «Ты говорил мне о любви». Пожалуй, больше мы не успеем, хотя у нас есть еще аргентинская танго, новое произведение «Приезжай, молю, приезжай» и так далее. Это уже в следующий раз. Итак, начинаем. «А где же Всевышний наш мудрый старик?» Слова, музыка, исполнение Самуила Фрумовича. Давайте, друзья, подведем мы итоги. Кончается год 21-й у нас, и что нас волнует? Цены, да, цены на газ, и что нас волнует, предлоги, конечно, и цены, да, цены на газ, с предлогами проще. Разобрались, нам не помог команда его. Этапы, уроки, и сложность предлога забыта давно. Этапы. Предлога забыто давно. Теперь цены войны, ракеты, ковид, напряжение и сыта. Уходят герои, уходят поэты, артисты известные. Уходят герои, уходят
известные стала жизнь нам не та. И те стали песни, и те стали танцы. Мужчины и женщины стали не те. И вместо гармонии, что мы искали, и все тебе скажется на красоте. И вместо гармонии, что мы искали, и все тебе скажется на красоте. Чего мы достигли, торопится новый, и то, как нам ждет, слышишь, жизнь не докорей. И снова ковид, и без войн гибнут люди. И где же Всевышний, наш мудрый старик? И снова ковид, и без войн гибнут люди. И где же Всевышний, наш мудрый старик? Останавливаем следующее произведение. Александр Пушкин. «Желание». Музыка исполнения везде Самуила Фроловича.
Друзья, вы слушаете новую музыкально-поэтическую композицию «Экспон», которую я назвал «Ах, как хочется стать домовым». «Ах, как хочется стать домовым». Слова, музыка, исполнение, самолюбие, через цикл «Прожившая поэзия». Остановим. Следующая композиция — «Ветра времен», стихи Евгения Сердюк. Друзья, вы слушаете новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Евгения Сердюк. Композиция называется «Ветра времен». Музыка исполнения самого Абрамовича из цикла «Жившая поэзия». Заблудившийся в поле.
все, что дадено по вашей мыши воле. Ведь у ветра седые пирамиды, однажды строго спросите с меня за все, что сделано, все отдано Хвите, пока не гаснет луч святого дня. Я лишь ручей, но влагой напою, и жажду еще подниму с колен. А если надо, камни разобью и разгоню с души возникший тлен. Того хотят ветра веков с востока, и пока вечность смотрит на меня, я все бегу, но с малого истока. В лучах давно сгорающего дня. Приостанавливаем следующее произведение на стихи новой для нас поэтессы Ирина Борис. Называется «Вкус жизни». Композиция называется «Вкус жизни». Музыка исполнения самого Фомовича из цикла «Ожившая поэзия». Тоже сегодня создана. Какая-то сладкая боль кружила и пела между нами. Там каждый сыграл свою роль. Страстей бушевала цунами. Сквозь музыку прожитых лет, в глубинах души понимания, увидим немеркнущий свет, как чистые надежды сияние. Страдания, оставив лишь знание соль, вкус жизни момент осознания и ярким прозрением боль растает, облегчит страдания, оставив лишь знание соль. Вкус жизни в момент осознания. Следующее произведение Андрей Дементьев «Мир держится на добрых людях». Музыка исполнения, везде Дементьевич. «Мир держится на добрых людях». Музыка исполнения Самвела Фомовича из цикла «Ожившая поэзия». Thank you.
добрых людях, не на грязи и зле. И если доброты не будет, то ничего не будет на земле. Страданий, а не на важности пустой. Вот кто-то свет потемкам дарит, чтобы залить жизнь красотой. Мир держится на милосердии, а не на выгоде лжи. Смерти, а потому добро творить спеши. Быть может, это все наивно, но вижу я в который раз, как над землей бушуют ливни, чтоб смыть скопившуюся грязь. Это все наивно, но вижу я в который раз, как над землей бушуют ливни, чтоб смыть скопившуюся грязь. И наше время чистить надо, скопилось столько в нем дерьма, насилие, лжи, вражды и смрада. Вот что скоро все сойдем с ума, так грустно совесть не будет, и правда не сорвется вниз. Мир держится на мудрых людях, как держится при солнце жизнь, так пусть на совесть не убудет, и правда не сорвется вниз. Мир держится на мудрых людях, как держится при солнце жизнь. Следующая композиция на стихи Вероны Шумиловой. «Новогодняя ночь любви». Метель за дверь плачет, я не плачу, а две слезы радости моей. Весь Новый год мне обещал удачу и подарил. Вчера мне ночь любви. Любовь такая дивная, как сказка лебединая, что вяжет мне слова, а кружева. Любовь, восторг и радости, любовь, блаженство сладости, любовь в ночи. Она всегда права. Любовь, восторг и радости, любовь, блаженство сладости, любовь в ночи. Она всегда
права. Меня любили смело, нет ни руки, а сердце, светлые глаза его шептало мне, не будет здесь разлуки, а лишь любовь и больше ничего. А ночь едва арская, она такая царская, он целовал все пальчики мои. Ночь озаренная, она сама влюбленная, нам отдавала таинства свои. Метель за дверью плачет, я не плачу, а две слезы до радости моей. Ведь Новый год мне обещал удачу и подарил. Вчера мне ночь любви, ведь Новый год мне обещал удачу и подарил. Вчера мне приостанавливаем. Следующая композиция «Воздушный поцелуй» на стихи новой для нас поэтессы Надежды Корн. Остановим следующее произведение на стихи нового для нас поэта Владимира Никляева «Романс. Нет, эти слезы не мои». Музыка исполнения везде Самойлов Романович.
слезы не мои. Музыка исполнения Самуила Фрумовича, видео из интернета, из цикла «Ожившая поэзия». Нет, эти слезы не мои. Жалеть не смей, когда я плачу любви. Люблю еще сильнее. В ознобе роз на столе вино в холодном хрустале. Когда я плачу о любви, люблю, люблю сильнее. Нет, нет, не зажигай огня, целуй сильней. Разумеешь, любишь ты меня сильнее, тогда жалей. Мы расстаемся при свечах и плачут руки на плечах. Разумеешь, любишь ты меня Друзья, я заканчиваю наш сегодняшний обзор. Спасибо вам за внимание. С вами был Самуил Фрумович.